Всем привет, с вами канал Ремонтник МБТ. В этом видео у нас будет простой ремонт электродрелей, совмещенная с перфоратором. Иными словами, электродрель 2 в 1. Краткая история этой дрели. По внешнему виду дрели мы видим, что она уже побита временем, но все еще находится в исправном состоянии. Через эту дрель прошло очень много различных ремонтов, где только она не была и что только она не повидала. Хочу подметить, что эта дрель с момента покупки еще ни разу не обслуживалась. Так сказать, не делали ей техническое обслуживание. Вообще не вскрывалась даже для смазки редуктора механической части дрели. Как вы уже поняли, выше из сказанного, суть ремонта будет заключаться в следующем. Будем делать полное техническое обслуживание, а именно, уберем часть переломленного с поврежденной изоляцией питающего провода. Далее все будет чиститься и смазываться. Видео будет не короткое, так что наливайте чаек с лимончиком и усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра! Ничего страшного, зато будет ценный провод. Всем привет, меня зовут Евгений, и это канал Ремонтник МБТ, сокращенно РМБТ. Полное название — ремонт мелкой бытовой техники. Как вы уже заметили, я переименовал канал с Евгений Фаза в РМБТ. Подпишись на YouTube основной канал и второй лайв канал, а также подпишись на другие интернет-площадки, такие как Яндекс.Дзен, Телеграм, ВКонтакте, Рутуб, где тоже выпускаются видео с интересными статьями и последними новостями. Ставь лайки. Оставляй комментарии под видео, я их все по возможности читаю. Твоя поддержка сейчас очень важна. Это хорошая мотивация на выпуск нового видео. Чтобы не пропустить новый выпуск видео, прожми колокольчик и выбери уведомления приходить на все. После этого, когда я залью новое видео на канал, тебе будут приходить уведомления с видео. А теперь коротко, почему я решил переименовать канал. Все банально просто. Первое. Это чтобы разделить видео. Теперь на основном канале будут заливаться только видео с ремонтами и те, которые я сочту нужными. А все остальные видео, не вошедшие в основной канал, будут заливаться на второй канал в лайв режиме. Таким образом, основной канал начнет лучше индексироваться, прокачиваться. А то какая-то солянка получается, и алгоритмам YouTube сложно продвигать канал с его видео. Кто в теме, тот поймет, о чем идет разговор. В планах делать новые видео в 4К разрешении, но это еще не точно. Не устраивает меня картинка с камеры. Какая-то она не детализирована и вдобавок очень шумная. Конечно, все можно побороть в программе при монтаже, но это опять вопрос времени. Да и через множество программ прогонять видео не хотелось бы. А теперь продолжаем наш ремонт ударной электродрели. Так, ну что, ребят, приступим к разборке. Вот я ее предварительно очистил, придал более-менее вид такой, а то вся она в краске была. Сейчас стало намного лучше. Еще сколько-нибудь послужит она. Сейчас еще посмотрим, какие щетки там, в каком состоянии. Пыль, грязь, тут все на сухую уже местами. В самом редукторе только более-менее, так и то с грязью перемешано все. Вот что у нас внутри. Фу, тут все, и стружка пыли, и ты тоже откладывай. Все, будем чистить крышку, корпус точнее. Ну, посмотрим, все будем доставать, так. Также посмотрим, что у нас там с щетками. Ну, так вот смотришь, вроде бы щетки-то еще есть. Ну, вот здесь вот, вот это вот, что-то мне уже это, как-то оно там было подъедено сильно. Где-то еще нормально вроде смотришь, а это уже все, наверное, скорее всего, надо будет в ближайшее время менять все. Нагарчик есть, чтобы почистить тоже. Тут у нас вроде все неплохо. Как будто лак кипел, что ли, или что это? Нет, вроде нормально. Ладно, шо, вонятка. Сейчас я за кадром это все почищу тут.
приведу более-менее в презентабельный ужаский вид. После приступим к ремонту провода, вот это вот, после чистки. Потом включусь, покажу, что происходит со щетками. Помехогаситель типа. Одна щетка развалилась, надо ее комплектующие. Но щетки по размеру-то еще нормальные. Вот. Развалившаяся щетка. А вторая вот. Еще нормально походит. Чтобы провод поменять, нам надо демонтировать кнопку. Тут, ее даже разбирать не надо. На болтиках. Главное, провод крепится на болтики. Вот у нас провод главный приходит. 220. Вот этот винтик и этот винтик выкручивается. И у нас провод отсоединяется. Ух ты! Наклепки-то это. Большие-то все убраны. Тут нету. Шоу. Вот этот достался. Тут еще обшины обжатые. А ничего не достается. А ты чего не хочешь? Распышивать я там, да? Обжим остался. Демонтировали провод. Через это. Застрявшуюся часть надо вытащить. Распер его там конкретно. И как я буду доставать? Все, вытащил. Такая вот фигнюшка там. Застряла. Ну вот. Замечательно. Сейчас мы провод подготовим, наш проводочек, потом продолжим чистить внутренности дрели. Так, сейчас мне надо взять этот ушатежики, да? Так, больно дофига тут, конечно, кусаться, но давайте колешек до того места допустимся. Так, ну что, заниматься не будем. Берем вот так вот и все. Берем прессуем. Так. Что у нас куда было? Примерно так. Ну, чуть-чуть. Ну, тут и было, да. Все. Зачистить провод сначала. Так, берем, зачищаем наш проводок. Все, зачистили. Так. Берем сейчас вот эту штуку. И надо ее на повторное использование сделать. Так, ладно, сейчас я провод обожму, потом почищу здесь, большое все уберу, грязь всю эту, и потом я снова включусь. Так, ну что, ребят, начинаем сборку нашего аппарата, нашей дрели. Тут надо было щетку менять, одна развалилась, так как одной не меняются, лучше менять уж сразу обе. Ну ладно, пока так соберу, сколько-нибудь еще поработают. В ближайшее время надо будет поискать где-то новые щеточки, подобрать. Значит, это сюда.
Так, ну что, ну все смазал. Тут еще подраскидается само все. Так, сейчас я еще капну на задний подшипник. Так, сколько мне через вал попадет, может быть, просто закрытого типа тут. Разбирать его не это, чтобы не камельфо. Капну туда. Хватит. Так. Готовченко. Все. Сейчас покажу. Так, что у нас фокус-то? Вот этот задний подшипник. Тоже подмазал. Через вал попадет, может, туда сколько-нибудь все равно. Легко. А до этого трудно все крутилось. Сейчас его даже это останавливаться не сразу. Единственное, только надо будет это заменить сразу обе щеточки потом. Так. Прицепляем наш проводок. Обратно нам еще фокус. Хопа. Затянули. Так, нам вот этот еще надо накрутить туда сразу. Ну все. Так, это у нас сделано. Сделано. Шабираем. Чек. Теперь у нас дело идет за щеточки. Все, одна щетка на месте. Мы сейчас ее припаяем. Блин, конечно, тут надо на точечную сварку, это не дело, припаивать. Но все же, сейчас я ее припаяю. И сколько тут все равно походит еще. Так, ладно, сейчас я это сделаю все за кадром и снова включу. Ну что, ребята, вот за кадром я припаял. Вот она, наша неисправная щетка. По размеру щетки-то еще нормально, еще походил ли сколько-то. Конечно, это не дело так паять. Все это отвалится от перегрева. Все, греться, все отвалится. Ладно, будем надеяться, что будет все нормально. Потом поищу. Далее будет менять. Так, нажимаем нашу щеточку и вставляем. Все, наши щеточки на месте. Так, ребят, у меня уже аккумулятор тут сел. Сейчас я быстренько все соберу и это включим его в сеть и продемонстрирую, что она работает. Все, ребят, вот наша дрель полностью собрана. Работает в обе стороны.
Все. На этом у нас ремонт закончен. Всем спасибо и пока. Подпишись на канал, поставь лайк, оставь комментарий. Выбери кликабельное окно с видео для дальнейшего просмотра.